Добрый день любителям рыбной ловли. Сегодня я хотел записать небольшой видеообзор по приманкам форели. Данная тема сейчас очень интересна и актуальна. Почему? Потому что именно в зимний период активизируется рыбалка именно на прудовую форель. Первый мой ролик, который я записывал о приманках бюджетного сегмента, очень понравился и подписчикам, и зрителям канала. И вот я решил, после того, как получил очередную партию рабочих форелевых приманок, сделать небольшой обзор. Условно здесь представлены колебалки, пару воблеров, резина, мухи. И новое направление в этом году, вот небольшой стик я взял попробовать. Играет вообще великолепно фирма Histolure. Самую маленькую я взял. Она играет примерно как элемент стрекозы. Она вращается вокруг своей оси на 360 градусов. И очень быстрая, высокочастотная игра. Ну, на мой взгляд, она в большей степени ориентирована на активную форель, но я думаю, и пассивная форель тоже даст о себе знать, вот понравится эта приманка. Следующее, мне хотелось бы показать колебалки фирмы Джерри именно в этих цветах, в таком довольно-таки недорогом бюджетном сегменте. Фирма Джерри. Вот три колебалки, которые весят 2 грамм. И три колебалки, аналогичные в такой же расцветке, которые весят 3,5 грамм. Что это за колебалки? Честно я скажу, прошлую рыбалку сделала колебалка именно вот такого цвета. Весь 1,2 грамм. Ну, у меня есть еще линейка более мелких весов 1,2 грамм. Я просто решил взять и попробовать, так как игра великолепна, они заводятся как даже не колебалки, а как вертушки, и очень активно реагирует на них форель. Одну из самых больших речных форелей я поймал на вот такую колебалку фирмы Джерри 1,2 грамм. Вот я покажу вот вставку видео. Играют они великолепно, выполнены качественно, имеют безбородые крючки. Цена, ну, в районе 150-180 рублей, ну, по скидочным всяким промокодам. Вот эти приобретались для того, чтобы более дальние запросы делать. Здесь вот видно 3,5 грамм колебалки. Они, еще раз я повторюсь, очень качественно сделаны. Крючки спортивные, безбородые. Вот в таком цвете. Цвет вот этот получился очень удачным, на мой взгляд. Он и переливается в игре, и очень активно на эту колебалку реагирует форель, как речная, так и прудовая. А здесь в обзоре также в этот раз я решил показать вещи, которые, ну, имеют отношение к рыбалке, но напрямую не связаны с ловлей именно форели. Ну, колебалки однозначно я могу всем порекомендовать, не пожалеют. На моем канале есть видео, когда я ловил большую речную форель, и очень много было вопросов, что за колебалка, откуда. Я со многими делился ссылками, и, по крайней мере, кроме положительных отзывов, ничего отрицательного я не получал. А следующий воблера – это фирма Джерри. Такую приманку в прошлом году, даже пару таких приманок
я оторвал и решил заказать еще одну приманку. Она проверенная, она рабочая. Игра у этой приманки высокочастотная. Она, насколько я помню, плавающая, но ныряет довольно-таки глубоко. Вес приманки 2,2 грамм, 27 миллиметров. Именно вот желтый цвет, я не знаю почему, у меня были и другие цвета, но на желтый цвет форель реагировала лучше. Вот в таком запакованном небольшом таком кейсе. Просто я визуально хочу показать, как качественно фирма Джерри делает вот эти вещи, приманки. Однозначно, вот рабочая тоже приманочка. Вот такая. Здесь одинарный крючок, тоже без бороды, вот с такой длинной лопаткой. Она плавающая, еще раз я повторюсь, и прям ныряет глубоко. На нее я очень много форели ловил в прошлом году. И она была одним из лидеров именно по количеству пойманных рыб и по количеству даже трофейных рыб кладовой форели. Ну, фирма Джерри, в принципе, она, несмотря на то, что на рынке AliExpress и китайская приманка, но она очень качественно сделана, и она, я не побоюсь этого слова, но не уступает многим даже японским брендам. У них как бы свой стиль. Следующая приманка тоже вот такая, вот такой воблер, тоже имеют свою игру, более уже низкочастотную. Весит она 3,1 грамм, в размере 35 миллиметров. Тоже игра более естественная, окраска тоже великолепная. Ну, я просто взял именно эту модель, но таких приманок у меня несколько в разных цветах. Есть розовый цвет, есть под натуралку, есть в желтом цвете. Они тоже реально мною разловлены и показывают себя очень хорошо. Внутри имеется, я думаю, слышно, шарик, оснащен безбородыми крючками. Ничего проклеивать не нужно, сделано все очень качественно и работает тоже великолепно. Я повторюсь еще раз. Вот такие приманки, они однозначно играют и ловят. На мой взгляд, одни из лучших по форелевых приманок именно в части воблера именно фирма Джерри. Это как бы не реклама, а я еще раз повторюсь, вот именно полезный опыт для начинающих рыбаков, для тех, кто делает первые шаги, чтобы методом проб и ошибок не покупать все. В большей степени мой видеообзор ориентирован именно на таких начинающих рыбаков, которые в принципе делают свои первые шаги на просторах YouTube каналов. Вот этот сегмент, он развит чуть-чуть слабо. В основном идут обзоры приманок, которые и работают, которые и не работают, распаковка массово, что получается. А здесь у меня как бы вещи только проверенные, и которые реально работают. И, конечно же, я под этим видео обязательно кину ссылки, где можно это посмотреть, приобрести. Ценовая категория на эти воблера тоже в районе 220-250 рублей. А следующая приманка, которая мне понравилась, которую я просто решил попробовать, это вот Суперконтинент. На прошлом обзоре приманок данная фирма у меня была представлена. А по качеству и по классу эта фирма не уступает такой фирме, как Беркинг. Наверняка многие знают, там и воблеры, и силиконы, и крючки, то есть тоже
один из таких хороших китайских брендов. Ну вот именно вот чем мне понравилась вот эта силиконовая приманка. Во-первых, довольно-таки мягкая. Вот, можно, я думаю, видео будет передавать. Это не танта. И здесь как бы своя должна быть насадка на крючок и своя специфическая игра. Единственное, что я могу сказать, она после первой поклевки, конечно же, не рассыпается, она пропитана аттрактантами и, соответственно, имеет такую для форели и дизайн, и цветовая гамма шикарная. В этом году на недавней рыбалке я разловил, в принципе, могу тоже скинуть видео, как эта резина работала. Но однозначно она должна, мне кажется, быть в арсенале у форелятников, которые используют резину. Здесь 18 штук в комплекте. Резина высокого качества. Плотно закрывается вот так, чтобы воздух не проникал. И работает по прудовой форели великолепно. А дальше у меня вот такая приманка. Это, конечно же, приобреталось не на просторах AliExpress. Я приобретал в Озоне. Приманка от фирмы Berkeley. Это американская фирма. Все, наверное, знают. Одна из лучших. Они делают форелевые пасты. Но вот после просмотра одного обзора я наткнулся на ссылки от этой приманки. Вот они вот такие. Они идут как склеенные. Сейчас одну разорвем, я покажу. Они пропитаны чесночным аттрактантом. Они в большей степени ориентированы на ловлю речной форели. Я, по крайней мере, их приобретал именно с этой целью. Вот данная фирма. Вот полностью, в принципе, все надписи видны. Ну, ссылку я тоже обязательно отправлю. На нее я ловил небольшие форели в микроречках, в маленьких речках. Вот она довольно-таки мягкая, вот видно, что она пропитана маслянистая. Она играет великолепно на небольших крючках, на небольших ямах, вообще и при падении сыпется, и свою функцию выполняет. Цвет и не белый, такой под натуральную личинку вот такого искусственного мотыля в более крупном размере. Вот данный мотыль работает великолепно. Крупный мотыль. Дальше вот такие небольшие мухи. Ради эксперимента я приобретал на AliExpress. Сразу скажу, они очень выполнены качественно. Если я не ошибаюсь, они весят в районе 0,18 грамм. Вот разные цвета. По-моему, в комплекте шли по 10 или по 5 штук. Я несколько взял с собой. Но для того, чтобы ловить ими, конечно же, нужны более такие легкие удочки в классификации под мормышинг. Ну, я с этой целью приобретал. Ими я ловил и форель. Форель тоже реагирует. Вот второй комплект. Здесь просто крючки чуть-чуть большеватые, но тем не менее они выполнены очень изящно, очень красиво. Они, по-моему, тоже весят 0,18-0,2 на таких головках. Ну, выполнены качественно. Один сезон я отловил и удалось поймать на них и мирную рыбу.
Ну, в большей степени я приобретал это под Мармышенко. Ну, работают тоже великолепно. А дальше, что касается вот тоже, тут, по-моему, 50 штук, 4-0, вот такие застежки, карабинчики небольшие я приобретал. Ну, стоят сущие копейки, но выполнены качественно. Они самые маленькие, которые были, я приобретал с надеждой на то, что они пройдут через колечко. Но я думаю, через кольцо они не пройдут. Но тем не менее, чем меньше, тем лучше для осуществления каких-то проводок на более вот такие легкие приманки, на легкие веса, именно при ловле форели. То есть, ну, качество хорошее. Это был подарок от фирмы Джерри. Такая колебалка, довольно-таки увесистая, наверное, 4,5-5 грамм. Ну, для дальних забросов, я думаю, по прудовой форели тоже будут работать хорошо. Вот это небольшая нужная вещь любому рыбаку. Они острые, работают великолепно. У меня несколько таких, несколько я подарил своим друзьям. Ну, работает тоже качественно, вещь необходимая на рыбалке. Ножницы вот, хорошего качества. Это я приобретал, в принципе, в большей степени для воблеров. Я в последнее время начал интересоваться самодельными воблерами. Пару партий я сделал. Сейчас готовится второй комплект из 10 воблеров на форелевой приманке. Это вот уже готовые. Их осталось просто скрутить петли и уже оснастить воблера, которые будут готовы. Это тоже для любителей, которые делают воблера 3D глаза для форели, для воблеров. Уже когда на финиш выходишь, вот эти оснащаются не глазками, потом покрытие лаком и финишное покрытие в итоге лаком. Конечно, эффект 3D, прям живые глазки, 3 миллиметра, они имеются 4 миллиметра, 5 миллиметров, но именно под небольшие воблера, которые форелевые я делаю, 3 миллиметра садятся отлично. Вот это тоже, наверное, будет интересно любителям, которые делают воблера. Это используется в стоматологии. Я приобретал на AliExpress. Это стальные проволоки из нержавейки с сечением 0,9 и 0,8. Сразу скажу, они очень прочные. Мне кажется, ну, я еще дополнительно возьму 0,7 и 0,6 попробовать. Вот именно сечение 0,8, мне кажется, нормально. 0,9 чуть-чуть большеват, но для более крупных воблеров, мне кажется, тоже пойдет идеально. Они поддаются скрутки неплохо, они не ржавеют, довольно-таки прочная вещь, и они вот в таком интересном стиле сделаны. Я видел обзоры многих специалистов, которые делают и занимаются воблеростроением. Вот они вот данные вот эти проволоки, которые используются в стоматологии, довольно-таки хорошо используют в воблеростроении и работают качественно, петли получаются качественные. Вот это был небольшой обзор приманок, которыми я пользуюсь и которыми я хотел поделиться. Хочется пожелать всем всего самого наилучшего и всех благ, находясь на рыбалке, особенно на диких речках, где ловится ручевая форель. У нас она в республике занесена в Красную книгу. У меня большая просьба к любителям рыбной ловли, чтобы вы не забывали
что природа, она у нас одна, и природу необходимо беречь. Я исключительно ловлю на безбородые крючки. Я именно пойманную форель ручевую отпускаю, стараюсь, ну, если рыба не получила травму. И чего хочется пожелать и всем. Надеюсь, данный обзор был интересен. Почему вот этот обзор я записал? Потому что большой интерес вызвал первый мой обзор. И, конечно же, вот данного рода обзоры, они очень интересны, очень полезны для любителей рыбалки. Почему? Потому что вот открываются новые какие-то колебалки, и это своего рода некая передача опыта от одного рыбака к другому. Надеюсь, еще раз я повторюсь, видео понравилось. Если понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, дальше, в следующем видеообзоре я постараюсь показать, как вот эти приманки работают реально на форели. Как говорится, в оправдании тех слов, которые сказаны на данном обзоре. Всем удачи и всех благ!